Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр, и сегодня в нашем обзоре складная подставка для многокорпусного улья. Подставка состоит из двух металлических ножек, скрепленных между собой двумя деревянными брусками. Общая высота подставки от края бруса до ножки 55 сантиметров. А высота подставки, если ее утопить в землю по перемычке, от края бруса будет 30 сантиметров. Основное преимущество данной подставки — это то, что в сложенном виде она занимает очень мало места. Вот так это выглядит, то есть его легко можно брать с собой на качелку и хранить где-нибудь в гараже. Также подставка очень удобна в эксплуатации. Вот сейчас немного земля подмерзла, и все равно я легко могу вставить землю по ребра. При этом она не теряет своей прочности и устойчивости. А также в этой подставке брус мы сделали не полностью, мы его поставили на ребро. Это сделано для того, чтобы когда брус соприкасается с днищем, там не собиралась влага. Получается, по скатам здесь влага стекает. Подставка достаточно прочная, чтобы выдержать многокорпусный улей с медовыми рамками. По нашим тестированиям выдерживал более 200 кг. Вот. Актуальную цену на данную подставку вы сможете посмотреть в нашем магазине Улей или перейдя по ссылкам под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был Александр. Пока!